Крымская земля славится своими героями. За последнюю неделю в аэропорту Симферополя чуть ли не каждый день встречают наших спортсменов, победителей международных соревнований. Вот и сегодня с очередной наградой на родину возвращается профессиональный боксер Батыр Ахмедов. Рейс немного задерживается, у встречающих терпение на исходе. И вот он, долгожданный момент. Крымский спортсмен выходит в зал ожидания. Друзья и родные устроили незабываемую встречу в воздушной гавани Крыма. Поддержки близких больше всего не хватало Батыру Ахмедову на боксерском ринге за тысячи километров от дома. Позади долгая и изнурительная подготовка к бою, победа, несколько перелетов, смена часовых поясов. Очень рад, очень горжусь, что человек, которого я знаю очень давно, достиг таких результатов. Проводит такие бои на таком уровне в Америке. Очень рад за него. Встретить боксера приехали и его маленькие фанаты. Я хочу стать таким же, как и он, сильным и смелым. Еще одну победу Батыр Ахмедов одержал на вечере бокса в Атланте. В 8-м раунде победил техническим нокаутом экс-чемпиона мира доминиканца Алгениса Мендеса. Этот поединок носил статус отборочного. Теперь крымский боксер стал официальным претендентом в полулегком весе на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Полтора года не боксировал, мне надо было почувствовать ринг этот. И у нас не было задачи там нокаутировать его, у нас была задача провести 12 раундов. На 9-й раунд он не вышел. Отказался от поединка, потому что очень много урона получил. Боксом Батыр Ахмедов начал заниматься довольно поздно, в 18 лет. В свои 30 имеет 9 побед в профи. Одну свою мечту спортсмен уже осуществил. В 2016 году принял участие в Олимпийских играх. Теперь идет к следующей цели. Сейчас у меня мечта тоже завоевать титул уже, иншаллах, и войти в историю как один из хороших боксеров. Батыр Левша – боксер с остальным ударом, скромный и добродушный по натуре. На ринге жесткий и беспощадный. Тактика и техника отточены до автоматизма. Он входит в топ Всемирной боксерской ассоциации WBA. Сейчас Батыр Ахмедов живет и тренируется в Крыму. На подготовку к поединкам ездит в Америку. Тренируется у профи-бокса братьев Джоэля и Антонио Диасов. Впереди подготовка к следующему бою за титул чемпиона мира. Айша Шулакова, Максим Голубев, телеканал «Миллет».